продано. Здравствуйте, а что у вас написано на плакате? Не трогайте нас, лес. Ну почему у нас? Вы проезжаешь в Иркутскую область, все вырублено. Проезжаешь в Красноярский край, все вырублено. Целые зеленый лес отправляются по железной дороге. Почему? Почему? В защиту леса выступили, в защиту леса выступили, забирают. Друзья, еще раз привет. Мы по-прежнему в Иркутске на мероприятии, на нашем пикете. Тут нарисовалась у нас и жестко обсуждается проблема заселения китайцев в Сибири. Все дело в том, что здесь ребятам-сибирякам эта ситуация видна как никогда, что скоро у нас Сибирь будет принадлежать китайцам. Многие китайцы, кстати, уже считают эту землю своей. То есть банки развития Китая выделяют деньги, китайцы приезжают к нам с наличностью. Ну, естественно, имея на руках наличность, они могут раскрутиться, скупить участки, скупить лесофонды, ну и потом выпиливать и увозить это все. Помимо того, что они могут купить участки и ресурсы, они могут еще купить людей, которые отвечают за национальную безопасность, скажем так. Представители власти, скажем так, представители правоохранительных органов, чтобы проводить ворованный лес мимо постов, проводить это все. Как бы все об этом знают, но молчат. До сих пор это все проходит. Да.
Много китайцев. Вот сегодня рассказывали буквально о том, что китайцы, приезжающие сюда, они уже говорят, они, да, когда им делают замечания, они говорят, это наша земля. Это наша земля. У них политика в Китае проводится информационная даже о том, что это их земля. Вот они, красавцы китайские, 20 комплексов, приехали все-таки. Дождались мы ихнего появления, роботов. Леса, наверное, больше в Томской области не будет. Конкретно в Иркутской области ни губернатор не озвучивает проблему китайского заселения, ни спецслужбы молчат. Хотя я думаю, что вот это то, что происходит у нас, угрожает национальной безопасности Российской Федерации. Действительно, в один прекрасный момент будет больше половины китайцев, а у них есть все ресурсы людской, чтобы заселить наши территории и, ну скажем, провести референдум, и все, как это мы знаем, происходит. Видите, что творится? Это все в руки. Все в руки. И там ничего не сажают, там нет потом ни полей, ничего, не выращивают там капусту или еще что-то. Просто вырубленный лес и все брошено. Лес вывезен, земля даже не выкорчевывается, все пни остаются на месте. Вот таким образом все это выглядит ужасно. Посмотрите сами. Надо с этим что-то делать. Иначе нашим детям достанется пустыня. Сибирь вырубают. Сначала это делали наши лесорубы, а теперь к ним еще подключились китайские, которым наше правительство с щедрого плеча отдало эти земли на разграбление. Китайские эти. Машины? Да, машины. Вот, тут сами китайцы ездят. Да, вон смотрит. Ну это же китайские танки, да. Есть желание перекинуть деньги на кого-то. Либо... А что это значит? То, что не показывают по телевизору, и то, что, ну, вообще не говорят. Вам не покажут, что у нас в стране сейчас просто наплыв китайского населения, наплыв китайского агрохолдинга и наплыв китайских там кварталов, поселений, китайского бизнеса. Вот как мы вот сейчас здесь видим, здесь я помню эту местность, где стояло где-то на одном гектаре несколько теплиц появилось. Вот, там обслуживало несколько китайцев. Вот, и со временем это разрослось до 2 квадратных километра. Здесь сейчас огромная стоит, как сказать, плантация помидор, огурцов и баклажан, которые выращивают китайцы. Самая черная работа достается местному населению, но самая прибыльная и самая, как говорится, секретная, то, что они прячут, то, что вот охраняет охранник, не показывает, это совершают сами китайцы. Вот, они... У них есть там какие-то реагенты, пестициды, как деревенское население, которые на земле родились и выросли. Они говорят, что невозможно так, чтобы вот посадить помидор, он сразу вырос и сразу покраснел. Вот это то, что происходит сейчас вот там. У них там свое отопление, у них там уже сейчас подвозят дрова, у них там уже жилье появилось вот со временем. Там живут китайские, ну, китайцы. Бесконечные эшелоны. Да, вот я вам хочу заявить, как человек, который был в Китае, я видел, как куча всего у них шикарно построенного из нашего дерева. Для них проблема, там, допустим, деревянных столов, кроватей, всего вообще никогда не стояла. Они украшают им интерьер. Для них это хороший подарок. Вот. А люди наши не могут купить себе элементарно диван из ДСП. К
стране, где больше всего леса в мире. Потому что у людей денег нет. Вопрос к Владимиру Владимировичу Путину. Почему в стране, которая так славится своими большими, огромными запасами природных ископаемых, леса, воздуха, чистой воды, люди нуждаются в покупках изделий из всего этого? Почему мы не можем производить это все сами для себя? На дворе 2018 год. А мы продаем за бесценок наше добро. Смотрим, второй поезд мчится просто на перегонки с первым. Кто ж быстрее продаст китайцам наши дрова? То есть это не число поезд. Уже вот такой вот билет. Владимир Владимирович. Это билет. Вот я к вам чисто вот по-доброму. Я буду относиться к вам как к удивительно классному политику, если вот вы просто сделаете мужской поступок. Возьмете и сами съебетесь со своего поста. Осина. Осина, да, поехала, кстати. Нормально уже, и строганный поехал. Вот я бы хотел, чтобы такие эшелоны приезжали в мой родной город, и мы спрашивали, зачем нам столько дров? Они сказали, мы вам новых домов напилим. Без проблем, ребят. За год у каждого будет по дому. Каждые 10 минут такие поезда. Кому доброе утро, кому добрый вечер. Я в Иркутске. Вечером концерт. Всего лишь минус 15. До этого были морозы 40-градусные. Сейчас все здорово. Кругом одни наши. Одни наши. Одни наши. Много китайцев вокруг. Все уже на китайском языке, все таблички. Но думаю, что на концерте-то у меня будут наши. Наши, отзовитесь. По-китайски я еще не говорю. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили!